Okay. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 70-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволит вам просматривать панорамные изображения с различными эффектами. То есть на сайте выглядит вот так. Вы можете просто кликнуть мышкой по изображению и зажать левую кнопку мыши влево-вправо, вверх-вниз. Тут уже зависит от качества вашей панорамы. И чтобы, например, опять запустить автоматический просмотр, вот здесь вот слева есть такая кнопочка, кликаем на нее, панорама опять запущена, здесь есть такой еще ползунок. Если левую кнопку мыши зажать и потянуть его вправо, можно увеличить, потянуть назад и уменьшить, значит, масштаб нашего фото панорамы. И здесь есть еще справа такая кнопочка, но она особо как бы ничего не делает. То есть, казалось бы, она должна делать на весь экран, но она делает только вот такой эффект. Экран вокруг становится черным. По сути, размеры не меняются. Ну да ладно, давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Где взять вообще панораму? То есть вам же не нужно будет какие-то скачанные с интернета, да? Вы можете просто на свой телефон поставить приложение специальное. На айфонах у них есть свое приложение, на Android тоже есть свое приложение. Вот у меня личный телефон Lumia, использует она Windows Phone. Там тоже есть приложение, которое я использовал. Использую Lumia фотопанораму. Конечно, есть профессиональные качества и специальные камеры для создания панорам. Если вы, конечно, будете серьезно заниматься этим. Ну, в общем, есть для Muse, для лендингов специальный инструмент, который вы видели, как работает. Мы заходим в настройки, здесь у нас есть, значит, добавить вашу панораму, то есть JPEG картинка это панорама, да? Я выбираю скачанную с интернета панораму. За маркировочки вы можете увеличивать область вашей панорамы. И в зависимости от вашей панорамы и от качества панорамы вы играетесь вот этими вот значениями, увеличивая или уменьшая их. Я понимаю, как вроде как это угол обзора. Потому что если, например, вы видели, смотрелось нормально, максимум можно и тут поставить 179. Если, например, в максимум мы поставим 179, у нас там, конечно, получится каша, но из этого следует полагать. Вы видите, как растягивается изображение, то есть это очень крутой такой угол обзора. В общем, все зависит от вашей конкретной панорамы. Дальше вы играетесь уже вот этими параметрами. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. Okay.